Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 44-летний местный житель регулярно сбывает на территории города крупные партии сильнодействующего синтетического наркотика. За северянином установили круглосуточное наблюдение. Информация о противоправной деятельности подозреваемого подтвердилась. Он был задержан оперативниками с поличным в момент реализации запрещенного к свободному обороту товара. По результатам проведенного в экспертно-криминалистическом центре УВД исследования было установлено, что в изъятом с места происшествия свертке находится смесь наркотических веществ героин и триметилфентанил. Общая масса составила около 5 граммов. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За содеянное задержанного может ожидать наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.